Подписание меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Европейским Союзом и Азербайджаном в июле 2022 года открывает путь к усилению роли Южного газового коридора как ключевого компонента стратегии диверсификации Европейского Союза. Об этом сказал президент Румынии Клаус Йоханнес, выступая на 9-м министерском заседании в рамках консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках консультативного совета по зеленой энергии в Баку. По словам президента Румынии, гарантии доступности Каспийского газа для европейского рынка, представленные Азербайджаном, обеспечили необходимую стабильность на очень напряженном для рынков этапе. Также он подчеркнул, что Румыния признает важный вклад, вносимый Азербайджаном и Южным газовым коридором, в удовлетворении энергетических потребностей Европы. Румыния отмечает свою неизменную приверженность объединению усилий, направленных на развитие и расширение коридора на новые рынки в Центральной и Юго-Восточной Европе. Мы очень заинтересованы в закупке дополнительных объемов Каспийского газа для покрытия нашего растущего национального потребления. В свою очередь, комиссар Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симпсон, выступая на мероприятии, отметил, что обсуждения, которые проводятся сегодня, происходят в условиях глобального изменения энергетических рынков. По ее словам, глобальный рост находится под угрозой, а энергетическая безопасность – это первый вопрос, которому уделяется особое внимание на этом мероприятии. По этой причине заседания консультативных советов сегодня предоставляют хорошие возможности. Это показывает, что Европейский Союз, Азербайджан и страны-партнеры совместно работают над обеспечением энергетической безопасности и стабильности на рынке. Также в ходе мероприятия министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратино подчеркнул, что отношения между Италией и Азербайджаном укрепляются. По его словам, Италия обладает всей необходимой инфраструктурой для транспортировки экспортируемого из Азербайджана природного газа в другие страны ЕС. Помимо этого, на консультативном совете ЮГК было отмечено, что этот проект поддерживают США с целью обеспечения энергетической безопасности своих европейских партнеров. В своем выступлении советник госсекретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман указала, что Соединенные Штаты поддерживают вопрос экспорта газа с Каспийского моря в Европу, а также могут инвестировать в производство и экспорт зеленой энергии в Азербайджане.